Приветствую вас, мои уважаемые подписчики, с вами Марина, и в этом видео я, как всегда, показываю вам содержимое своей очередной посылки с американского интернет-магазина iHerb.com. Итак, моя посылка пришла вот в такой вот огромной коробке, такой огромной, что она даже не помещается полностью в мой кадр. Я заказала в этот раз очень много, больше 4 килограмм, и заказала посылку службы доставки DHL. Доставили очень быстро, за 5 дней. Это, на моей памяти, самый рекордный срок, в который DHL доставляли мне когда-либо посылки. Очень быстро, очень аккуратно. И начну я, наверное, с самого большого, что было в моей посылке. Это вот такой вот растительный белок. Называется Plant Fusion. Очень популярный растительный белок среди вегетарианцев и веганов, веганов-спортсменов. Несмотря на то, что он растительный, он вполне полноценный, то есть он содержит все 8 незаменимых аминокислот, которые должны присутствовать в полноценном белке. Итак, на официальном сайте данный продукт стоит довольно-таки дорого. Если бы я заказывала с официального российского сайта данный Plant Fusion, то вот такая вот упаковка 908 грамм, то есть 2 фунта, обошлась бы мне что-то около $70. Но когда я увидела, что на iHerb вот такая баночка стоит что-то около 32 или $35, у меня буквально затряслись ручки от жадности, я захотела себе заказать сразу 3 таких банки. Меня остановило только то, что вес посылки выходил довольно большой, и из-за этого я не могла себе заказать все остальное, то, что я хотела. Помимо белка киноа и амаранта, здесь в составе присутствует белок артишока, гороховый протеин, протеин артишока, пророщенный амарант и пророщенное киноа. Также здесь на упаковке указан полный аминокислотный профиль данного протеина. В Америке он пользуется очень большой популярностью именно у спортсменов-веганов, бодибилдеров-веганов, то есть тех людей, которые не употребляют в пищу мясо, животных и молоко. Им, допустим, нельзя тот же сывороточный протеин принимать. Девушкам, которые занимаются фитнесом, которые веганки-вегетарианки, данный растительный белок тоже очень рекомендуется. Идет он в комплекте вот с такой вот мерной ложечкой. В одной такой упаковке 908 граммов содержится месячный запас, то есть 30 порций по одной вот такой ложечке на 8-10 унций воды. Насчет вкуса, это, конечно, не какое-то изумительное лакомство. Нужно понимать, что это именно растительный белок, то есть вкус у него довольно-таки специфический, но к нему очень быстро привыкаешь. И кроме того, Plant Fusion бывает в разных вкусах. Бывает со вкусом ванили. Я взяла со вкусом шоколада и клубники. Действительно, вкус чувствуется. Все ароматизаторы абсолютно натуральные. Никакой сои, никаких молочных продуктов. Абсолютно гипоаллергенный. Сколько я его уже пью, я к нему уже привыкла. И меня абсолютно в нем ничего не смущает. Мы, наверное, сегодня с вами пойдем по обуванию баночек. Следующее, о чем я хочу рассказать, это коллагеновый напиток от NeoCell Beauty Infusion, который я очень-очень сильно ждала, когда же он наконец появится на iHerb. И наконец-таки он появился. Это яблочный аромат Apple Tini. Данный напиток интересен тем, что помимо коллагена он в своем составе содержит еще гиалуроновую кислоту, биотин и альфа-липоевую кислоту. Кроме того, он также содержит в своем составе витамин С и всего лишь 3 грамма сахара в одной порции, зато 6 грамм протеина, то есть полностью протеин здесь из коллагена. Я бы назвала Beauty Infusion напитком красоты для женщин, которые хотят сохранить гладкость своей кожи, хорошее состояние волос, ногтей. И, девочки, не удивляйтесь, но коллаген имеет прямое отношение к образованию целлюлита. Кого заинтересует эта тема, можете поискать информацию об этом в интернете, но недостаток, уже научно доказано, что именно недостаток
белка в организме часто является причиной целлюлита у женщин. Так что обратите свое внимание. Мне очень нравится вкус. Также я его размешиваю в стакане без шейкера. То есть он абсолютно нормально растворяется. На вкус он довольно приятный. Действительно, есть яблоко, но чувствуется и такой специфический неоцеловский вкус коллагена, к которому тоже довольно быстро привыкаешь. И для лучшего всасывания, для лучшей абсорбции данный коллагеновый напиток рекомендуется пить утром и на голодный желудок. Следующий продукт, о котором я хочу рассказать, это биодобавка Art Reflex для поддержки суставов и связок. За наводку я хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, которые задают мне свои вопросы в моей группе ВКонтакте. Именно они натолкнули меня на этот продукт. Я бы никогда не обратила внимания на него. Ну, из-за моей, наверное, такой нелюбви к производителю 21st Century Healthcare. И это, наверное, один из немногих препаратов от этого производителя, который заслуживает внимания. Здесь в составе есть глюкозаминосульфат, хондроитин, МСМ, коллаген второго типа, гиалуроновая кислота, а также бор, босвелия, косточки винограда и кора ивы. В общем, по составу здесь мне все более чем понравилось. Приобрела я данный комплекс для своего мужа. Пока пьем мы его не очень долго, всего несколько дней. Но по истечении курса, как всегда, я оставлю свой отзыв на своей страничке на iHerb об этом препарате. Следующее, о чем хочу с вами поговорить, это вот такой вот Wormwood Kit. Это набор для противопаразитарной очистки организма от Kroeger Herb. Помогает он от многих видов паразитов. В составе 2 бутылки по 100 капсул полыни, 2 бутылки по 100 капсул гвоздики и 1 бутылка 60 мл настойки черного ореха. Вот так они выглядят. Так. Но принимаем мы вместе с мужем, а не по той схеме, которая предложена на упаковке, а по протоколу Хильды Кларк. Хильда Кларк — это, в общем-то, довольно известный специалист, и у нее есть несколько схем, разработанных ею для очистки организма, и эти схемы очень похожи на ту схему, которую предлагает Ханна Крейгер, но там все несколько иначе. Там идет прием по возрастающей, то есть в течение 18 дней мы принимаем по возрастающей, начиная там от 1 капсулы и заканчивая 7 капсулами в день. Именно такая схема приема по нарастающей лично мне кажется более логичной, так как организм привыкает к этим средствам постепенно увеличивая дозировку. И далее, после 18-дневного курса, эти препараты все равно нужно будет принимать один раз в неделю. 7 капсул полыни, 7 капсул гвоздики, 2 чайные ложки настойки ореха для поддержки. То есть на протяжении 2 месяцев, один раз в неделю, для полной и окончательной очистки своего организма от всяких паразитов, которые нам не нужны. Далее хочу вам показать вот такой вот препарат кальция от Natural Factors. Это цитрат кальция, дозировки 350 мг, в этой упаковке 90 таблеток. Я давно искала такую дозировку кальция, поскольку здесь в одной капсуле не 100% дневная доза, а всего лишь 35%. Вот именно такая дозировка мне не нужна была, именно такая форма кальций-цитрат. Вот, приобрела я этот кальций тоже для мужа, у него некоторые проблемы с костями, поэтому кальций нужен дополнительно. Следующий препарат, о котором хочу рассказать, это Adrenal Energy от Crystal Star.
Это комплекс из 15 трав для поддержки здоровья надпочечников. И в составе его травы, которые также имеют название адаптогены. То есть они помогают защищать наш организм от всякого вредного внешнего воздействия, внешнего стресса. Помогают восстановить наши уставшие надпочечники, которые за многие годы жизни в неблагоприятной, в том числе экологической, в неблагоприятной стрессовой обстановке, они устают, и им нужно восстановление. Состав этого комплекса очень богатый. Здесь электрокок, солодка, китайский лимонник, астрагалус, смесь разных морских водорослей для поддержки щитовидной железы, тот же кельп, корень фути, корень имбиря. То есть состав здесь очень богатый, и я уже стала, наверное, фанаткой компании Crystal Star. И следующее, что хочу показать, это вот такой вот витекс. Наверняка вы его уже видели в одной из моих прошлых посылок. Вот, докупила еще две упаковки про запас на будущее. Следующее, о чем хочу рассказать, это вот такие вот натуральные пробиотики от Healthy Origins. 30 миллиардов микроорганизмов. Это сухие стабилизированные пробиотики в форме порошка, который заключен в желатиновую капсулу. Они могут храниться как в холодильнике, так и при комнатной температуре не выше 25 градусов Цельсия. Итак, что же такое пробиотики? Пробиотики – это живые микроорганизмы, живые бактерии, бифидобактерии и лактобактерии, которые населяют микрофлору нашего кишечника, являются залогом хорошей работы иммунной системы нашего микроорганизма. То есть, когда наш кишечник заселен этими полезными бактериями, наш организм может противостоять различным инфекционным вирусным заболеваниям, различным ОРВИ, ОРЗ, простудам и другим внешним неблагоприятным факторам. То есть наша иммунная система работает по максимуму, если в нашем кишечнике преобладают именно полезные бактерии. И помочь нашему организму заселить кишечник этими полезными бактериями как раз помогают вот такие вот биодобавки. То есть это сухие высушенные бактерии в форме порошка. И как же они действуют, попадая в наш организм? Им нужно от 1 до 4 часов для выхода из состояния спячки. И тогда препарат начинает оказывать свое действие. Как вы можете пронаблюдать, как действует препарат в вашем организме и проверить, живые ли это пробиотики или это подделка. Итак, возьмите ваш пробиотик и просто сделайте из него живой йогурт из обыкновенного молока, так же, как вы делаете простоквашу. Просто возьмите стакан молока, добавьте туда одну капсулу вот этого пробиотика, оставьте на ночь и на утро посмотрите, что произойдет. И если пробиотик живой и качественный, то микроорганизмы начнут размножаться, ваше молоко начнет густеть и превращаться в такое подобие йогурта. Я так уже делала с этими пробиотиками неоднократно, и результат всегда получился очень хороший, даже после второй, даже после третьей закваски йогурт густел, имел очень приятный вкус, и мы уже даже не пьем эти капсулы, мы делаем из них йогурт, потому что нам так больше нравится. И вообще пробиотики – это одна из таких вещей, которые обязательно нужно попробовать и заказать на iHerb. И я бы внесла эти пробиотики в список покупок для новичков, то есть для тех, кто собирает свою корзину на iHerb первый раз и не знает, что ему заказать. Но пробиотики – это, наверное, такая вещь, которая необходима абсолютно всем людям, живущим сейчас в нашем современном мире, в нашем современном ритме, со всеми этими загрязняющими факторами, особенно если вы живете в промышленном городе, где много различных выхлопов, особенно если у вас ослаблена, и у ваших детей ослаблена иммунная система, вы подвержены различным простудным заболеваниям, вирусным инфекциям, то вот эти пробиотики – это действительно то, что стоит заказать на iHerb, на что стоит потратить деньги, потому что аналогов таким пробиотикам в аптеке нашей вы не найдете, а то, что есть, оно даже не сравнится с тем, что предлагает нам вот это вот средство от Healthy Origins
В общем, это классная штука, я рекомендую вам обязательно ее заказать, обязательно попробовать сделать йогурт и посмотреть, как ваш кишечник будет вас за это благодарить. Следующее, что вам хочу показать, это вот такое вот средство от Nature's Way, Echinacea Golden Seal. То есть Golden Seal — это желтокорень, или еще одно название — это канадский гидрастис. Это коренные растения Северной Америки. Вот их родина — Северная Америка. Их применяли еще коренные жители Америки, то есть индейцы. Когда у них не было антибиотиков, они спасались от различных вирусных заболеваний именно с помощью желтокорня. Вот, это комбинированный препарат, это абсолютно безалкогольная настойка, это настойка на основе глицерина, так что если вы с трудом переносите всякие спиртовые настойки, то вот это средство вас приятно удивит. И эхинацея — это всем известное средство для поднятия иммунитета, и она входит в абсолютное большинство аптечных препаратов для повышения иммунитета. Тот же иммуназ состоит из настойки эхинацеи. Эхинацея обладает также адаптогенным свойством, то есть она защищает наш организм от различного внешнего стресса и неблагоприятных факторов. Эхинацея, в общем-то, является растительным и натуральным стимулятором иммунной системы, и она благотворно влияет не только на иммунную систему, но также и на нервную систему. Она обладает успокаивающим действием. Она одинаково полезна как для взрослых, так и для детей. И вот это средство, я считаю, также должно быть в аптечке каждого, кто сам часто болеет простудными и вирусными заболеваниями, и у кого детки ходят в детский садик и тоже часто болеют вирусными и простудными заболеваниями. Очень эффективно данное средство будет именно для профилактики различных простудных заболеваний, то есть когда начинается сезон, когда все начинают ходить с платочками. Эффективно будет данное средство также на начальных стадиях заболевания. То есть, если вы уже заболели и начали принимать этот препарат, то период протекания болезни сократится вдвое, а то и больше. Но если болезнь уже запущена, то принимать данный препарат будет не столь эффективно. Следующее, что хочу показать, это вот такой вот набор станков для бритья женский, персона. В этом наборе 5 станков, вот один я уже использовала. Такая упаковка стоит что-то около $2. Если покупать в обычном магазине одноразовые станки по одной штуке, то на Herbie вот выходит дороже. Я уже его проверила в использовании, то есть станок как обычный станок. То, что он должен делать, он делает прекрасно. И последнее, что было у меня в посылке, это вот такой вот пробник семян чиа. Находился в разделе пробники, просто закинула посылку, чтобы попробовать, что это вообще такое. Может быть, приготовлю с ним смузи. Здесь 15 грамм на одну порцию. И семена чиа — это очень хороший источник белка. То есть в этой одной порции содержится 3 грамма протеина. И это было все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Приглашаю вас посетить мой сайт www.naturalhealthblog.ru. Также у меня есть группа ВКонтакте, где я отвечаю на ваши вопросы, выкладываю полезную информацию. Спасибо, что вы остаетесь со мной, что смотрите мой канал. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч. Пока-пока!